Пёсик Артемоша. У хвостиков бывает такое состояние, будто бы ненадолго они вернулись в молодость. А как же все-таки все несправедливо. В воскресенье Артемону сельского мини-приюта Людмилы Чернецкой стало лучше. Он даже сам начал кушать, оживился. Волонтер перетерла ему печень с кормом, и он с таким аппетитом умял всю мисочку, даже добавку. Конечно, хозяйка обрадовалась такому повороту событий, ведь самое главное это было, чтобы он начал есть самостоятельно, а тут следом удар. В понедельник он лежал уже как тряпочка, не реагируя ни на что. Попытки влить ему хотя бы воду провалились. Людмиле сразу почему-то вспомнилось, как говорят, улучшение перед концом. Такое у нас уже было с Басей. Животное словно молодеет, но ненадолго. И вот женщина ночью в последний раз гладила его и уговаривала держаться. Он все понимал и смотрел на нее своими глазами, словно прощался навсегда. Так оно и вышло. Это была наша последняя ночь. Утром она нашла его уже остывшим, лежащим на том же месте, где они вчера с ним простились. Я все прекрасно понимала, что он старый и больной, но все-таки у нас была надежда, хоть и маленькая, но была. Спи спокойно, мой маленький зайчик. Прости меня, если что-то было не так, говорит на прощание волонтер Надежде, что он где-то там ее услышит еще.